Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. Сейчас я вам хочу показать. Приехала крошка гранитная, но она совсем плохого качества. Вот такая вот серая. Видите, здесь вот очень много песка, пыли здесь много. Соответственно, кирпичи. Цемент получается как связующий, он прямо наполнителя очень много мелкого. Соответственно, блоки получаются не совсем крепкие. Соответственно, надо добавлять больше цемента. Вот этот факт, этот очень важен, потому что вот дробилка бывает разная у всех. Поэтому наполнитель должно быть, вот камешков должно быть больше, ну, достаточное количество, чтобы пескоблок получился крепким. Допустим, в данном случае мне пришлось уже пропорции сделать больше, цемента я больше добавляю, когда очень много мелкого песка, вот этой пыли. Вот эта пыль, она непосредственно это увеличивает количество цемента. Вот. Вот крошка, вот какой я раньше пользовался, да. Вот такая вот крошка, она такого цвета. Видите, вот здесь камешки. Вот. Камешки. Это очень хорошо для пескоблока. Ну, то есть наполнитель крепкий получается сам. Камень крепкий, плотный получается. И, соответственно, и блок крепче выходит. Так что вот этот момент учтите, ребята, кто делает пескоблоки. Ладно, ребята, всем пока.